Не могли не показать уже фрагмент из этого фильма, который Валентин Санну прославил на всю страну. И благо эту картину, наверное, каждый год какой-нибудь телевизионный канал да покажет. Большая перемена. И откуда же таких зелененьких сюда присылают? Хорошенькая. А съедят они тебя тут? Съедят! Это ж сатаны. Это же слова, которые давно стали классикой нашего кино про зелененького. Но на сцене будет далеко не зелененький. Я безумно рад, что он сегодня здесь. Имею счастье дружить уже много-много лет с этим выдающимся артистом. Лауреат Государственной премии СССР, народный артист России Сергей Шакуров. Вы счастливые люди. В 1900 лохматом году я поступаю в студию Центрального детского театра. Ну, только-только собираюсь быть артистом. Валентина Александровна Спирантова, там звезда. И я ее видел живьем на сцене и в «Поисках радости», и в масса других ролей. Там вообще были замечательные, потрясающие артисты. Ее соратники Иван Воронов, Анатолий Щукин, Валентин Заливин. Кстати говоря, мэтр нашего театрального искусства, реформатор Олег Николаевич Ефремов тоже начинал с Центрального детского театра. Конечно, она была уникальная, необыкновенная женщина, с ничем не похожим голосом. Поэтому она очень много играла на радио, мальчиков. У нее голос был потрясающий. Но потом, конечно, она перешла во взрослые роли и тоже потрясающе играла. Она была настоящей, характерной, великой русской актрисой. И, конечно, это большое счастье, что она отсюда, что вы с ней живете, что помните о ней. Это замечательно. Спасибо вам большое. Мне пришлось ее лицезреть. Это тоже очень. Я многому научился, кстати говоря. Потому что меня учили по башке, как сказать, я еще и в приглядку учился. Поэтому много, как обезьяна. А сейчас я хочу спеть одну песню. Мне ее подарил мой друг. Мы с ним очень давно дружим. Всем вам известный маэстро Игорь Николаев. Она называется «Завораживает». Очень хорошая песня про любовь. Завораживает вкус хлеба и густая синева.
небо и бездонные твои очи завораживают жизнь очень. И бездонные твои очи завораживают жизнь очень, очень. И как-то угадал, вот понимаете, и именно мне, да, под мой тембр и так далее. Слух есть и все. Ну а сейчас я песню спою про себя. Ее написала Ира Грибулина. Ну, чтобы о себе долго не говорить, в ней все сказано. Так и называется «Жизнь моя». По свету все искал я песню где-то, чтоб была такой же, как весна. Я нашел ее случайно, но в бокале розы чайной грустно улыбнулась мне она. Пусть виски с просенью, пусть пейзаж с осенью и душа с корзиною потерь. Жизнь одна разная, все же прекрасная, ни вчера, ни завтра о тебе. Я любил красивых женщин, я с удачей был повенчан и с бедою часто был на ты. Но как хочется порою плыть не к берегу покоя, а к скалистым островам мечты. Пусть виски с проседью, пусть пейзаж с осенью и душа с корзиною потерь. Жизнь она разная, все же прекрасная, ни вчера, ни завтра, а теперь. Ответа, что искать нам в мире этом, надо только верить и любить. Все приходит и уходит в этом вечном хороводе, значит, будем, просто будем жить. Пусть виски с проседью, пусть пейзаж с осенью и душа с корзиною потерь. Жизнь она разная, все же прекрасная,
не завтра, а тебе. Все же прекрасная, не вчера, не завтра, а теперь. Сергей Шакуров. Браво.